Площадью больше, чем футбольное поле, в нем свыше 2000 строй. Все это о Дербентском фонтане. Однако интересен не только сам фонтанный комплекс. Прямо под ним расположился первый интерактивный музей. В нем даже экскурсовод не нужен. Он все рассказывает сам. В этом убедились наши корреспонденты, которые одними из первых увидели все своими глазами. Спасибо, что заглянули. Наверное, вам не терпится узнать, как здесь все устроено. Экскурсовод здесь сам музей, интерактивный. Он расскажет посетителям историю появления фонтанов, начиная с Древнего Египта. Изнутри покажет, как сверху работает самый большой фонтанный комплекс в России, как и откуда поступает вода, где проходит фильтрацию. Посетители смогут узнать все технические секреты. Здесь применены очень мощные прожекторы, очень мощные проекторы, которые могут транслировать и кинофильмы, и специальные ролики, и рассказы о событиях. Сердце фонтана похоже на реликтовую раковину, древнюю, как и сам город. При строительстве комплекса для сохранения аутентичности использовали природные материалы и дербентский камень. Экскурсию сопровождает уникальная симфония. В ней древние персидские мотивы слились воедино с электронным сердцебиением. Мы подбирали звуковые сэмплы с уважением к культуре народов Дагестана. И, например, среди прочих звуков здесь можно услышать сэмпл древнего персидского ситара. Мы знаем, что древние персы построили нижние слои стены, которые делят город на древний некрополь и акрополь. И мы решили отдать им дань уважения и использовать именно прародитель всех современных струнных инструментов, именно древнего персидского ситара. В день открытия фонтана первые гости города с интересом осмотрели интерактивный музей. Побывала в просторных залах и семья автора проекта. Мне кажется, это уникальное пространство, потому что это, в общем-то, машинное отделение, там трубы и насосы, но кажется, что это какой-то живой организм. С 20 июля новый фонтанный комплекс и музей откроется для всех желающих. Каждый вечер жители и гости города смогут насладиться фееричным водным шоу и светомузыкой. Баба Маслова, Наталья Ханбабаева, Ислам Давудов, Вадим Шамхалов. Время новостей, Дербент.